В понедельник вечером в Нарьян-Маре тушили пожар. Горел расселенный дом по улице Смедовича, 14. На месте происшествия работали пожарные расчеты, наряд полиции и спасатели. По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ненецкому округу Александра Игнатьева, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Для нашего гарнизона был довольно крупный пожар. Двухэтажный деревянный двухподъездный дом, выселенный Смедовича, 14. Ну, скажем так, пожар уже принял довольно развитую форму на момент прибытия пожарных подразделений, но, тем не менее, консолидированными усилиями пожарных спасательных подразделений пожар был ликвидирован. Напомню, дом номер 14 по улице Смедовича был расселен в прошлом году. Здание планировали сохранить как исторически значимое для столицы округа. Но в 2016-м городская администрация приняла решение снести деревянный дом в связи с физическим износом, приводящим к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований. По словам мэра Нарьян-Мара Татьяны Федоровой, дом уже готовили к сносу, оформляли все необходимые документы. Осталась одна семья, один собственник, не оформлен документы. После завершения работы мы снесем данный объект. В ходе оперативного совещания руководитель комитета гражданской обороны Сергей Боенко обратился к мэрии города с просьбой о ликвидации всех расселенных домов, в частности дома 14 по улице Смедовича, к предстоящей зиме. Сергей Ефимович абсолютно прав. Значит, если и представьте мне, пожалуйста, информацию, сколько у нас домов под снос готовых и не снесенных еще, когда вы планируете, да? И сколько у нас таких вот домов, где по одной семье, по одному гражданину живет, которые мы никак не можем ни снести не можем, ни сделать ничего не можем. Сегодня почти 80 многоквартирных домов в Нарьян-Маре официально признаны аварийными и подлежащими сносу. Часть этих домов уже расселена. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север».